Приветствую. На обзоре нож вот такой интересный. Nok DG04 модель. Фронт флиппер. Ну, по порядочку. Рукоять G10 ламинированный карбоном. Вот такое большое отверстие для открытия и, возможно, для облегчения. Клипса съемная, но не переставляемая, небольшая, отлично пружинящая. Клинок строго по центру. И здесь у нас подшипник. Открывается фронт-флиппер. Очень интересно. У меня не всегда получается. Интересная такая вещь. Ход здесь практически идеальный за счет подшипника. Лайнер лок заходит на начало пяты клинка, запас еще, ну, очень большой, где-то 3/4. Здесь у нас идут только G10, один лайнер стоит металлический до конца, если присмотреться, можно увидеть с лайнером самим по себе, а с другой стороны идет небольшой вот такой вещь. Крепится с помощью этих винтиков чисто для жесткости. Сам по себе этот G10, он очень жесткий, поэтому тут бояться нечем взять. Нож очень большой, такой приличный, такой мощный. Места очень много. Эмблемка ихняя и на клинке еще вот сами названия и сталь. Сталь 440C. Кстати, вес ножа 150 грамм. Клинок по обуху у нас 4 мм, сведение отличное 0,5. Покрытие сатин очень мелкий, хороший, аккуратненький, ровненький, подводики, все симметрично и очень аккуратно сделано. Открывать можно также и за вот это треугольное отверстие, все отлично. Открывается в хвате, достаточно удобен практически в любом. Такой нож специфический, но флиппера здесь нету, ничего не выступает. За счет этого его можно использовать везде, вплоть до кухни. Будет очень удобно. Габариты достаточно такие внушительные. 24,5 почти сантиметра, 24,4. И длина клинка у нас, если брать до рукояти, 10,5 сантиметра. Ну, если брать именно полезную режущую кромку, его длина практически 10 сантиметров, 9,9. Вот такой далеко не маленький нож с идеальным исполнением, с очень хороших материалов. Самое главное, что здесь идеальное исполнение, все соответствует заявленному. Нож шикарный для любителей больших, особенно неординарных ножей. Прекрасный экземпляр, рекомендую. Качество идеальное.